Сегодня мы с вами опять поговорим о книгах, необходимых художнику по войлоку. У меня в руках великолепная книга, давно изданная, книга Ксении Шинковской «Войлок. Все способы валяния». Может быть, на сегодняшний день покажется, что иллюстрации в этой книге, ну, не настолько роскошны, как в изданиях вот прямо этого, там, прошлого года. Тем не менее, эта книга – настоящая сокровищница для тех, кто только собирается заняться войлоком или хочет освоить новые навыки, потому что в этой книге огромное количество иллюстраций, описаний массы технических приемов работы с шерстью, очень много информации по технологии валяния, причем даны правильные, грамотные рекомендации и огромное количество мастер-классов великолепных художников по войлоку. То есть эта книга настоящий учебник, который реально может помочь не только на начальном этапе занятия войлоком, но может помочь даже продвинутым мастерам. Конечно, сейчас эта книга доступна в магазинах или где-то уже в бывшем употреблении состоянии, что не делает ее ничуть хуже, и я рекомендую поискать ее в интернете и купить. Стоит она сейчас считанные копейки, как это не было бы обидно. Я вам эту книжку очень-очень советую. Это то, что надо иметь у себя под рукой, у себя на рабочем столе. А если минутки о войлоке вам интересны, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы всегда рады встрече с вами.